кулинарное шоу, вечернее на сегодняшний день, Family Blog Culinary, будем так сегодня называть. Сегодня мы будем готовить... Мы сегодня будем готовить тыкву, тушеную, как в печке. Для этого нам понадобится тыква. Она у нас, кстати, сладкая, медовая. Капусточка, лучок, чесночок, соль и приправы. Ну и растительное масло. Значит, что мы делаем? Мы делаем вот такие вот движения. Такими большими кусками, небрежно. Крышим капусту и скидываем все это в сковородку. То же самое делаем с тыквой. Делаем большие куски, чтобы долго не мучаться. Оно все протушится очень хорошо. В принципе, чесночок можно и помельче сделать, чтобы он дал прям побольше. Прям профессиональный повар. С чесноком обращаешься. Ну так... Готовит тут по каждый день почти. Опыт. Лучок. Лук, когда крупно, тоже прикольно. Так. И это туда же. И то же самое делаем со всем остальным. Это все дело нужно посолить по вкусу и добавить приправ. Ну, соль у нас с приправами и немного маслица. Это нужно перемешать. Между прочим, тыква у нас считается таким этим, обычно гарбусики вот у нас в Беларуси, все достают с тыквы, а тыкву выкидывают. А в некоторых странах она считается очень деликатесной вещью. Что зря выкидываете, ничего не выкидываете. Она очень вкусная. Нам еще понадобится сверху накрыть это все дело крышкой, но так как крышка у нас с пластмассовой ручкой, мы накроем ее обычным рукавом для запекания. И отправляем все это дело в духовку. И ждем, ну сколько ждем? До готовности, как получится, ну, часа два, я думаю. Чтобы оно так подтушилось и такое заимело такой вкус, чтобы оно разваливаться будет, такое прям во рту таять. Как из печки. Как из печки, да. Прошло где-то полтора часа, час сорок. Мы немножко, скорее всего, передержали даже. Но сейчас оно все мягенькое. Видите? Оно все разваливается. Это очень вкусно. Да. Тает во рту. Точно как с щета, с печки. Да, как с печки, как будто бы. Но все такое получилось. Разваливается такое. Если вы пробовали что-нибудь с печки, то вы знаете, что это такое. В общем, очень вкусно. Спасибо вам за рецепт. От вас. И от нас тоже. В общем, приготовьте, попробуйте, напишите нам в комментариях, как у вас получилось. А если вам понравился наш ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Обязательно нажмите на колокольчик, чтобы знать, когда наши видео выходят. Всем пока!